Всем привет! Сегодня в видео я расскажу и покажу вам, как невероятно быстро прокачать уровень рубалки до 200 уровня и к тому же при желании неплохо на этом заработать. А перед началом, дружище, поддержи видео лайком, подписывайся на канал, если еще не подписан, и жмакай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ты на канале Gambit Game, это игра New World, и мы начинаем. Поехали! Второй сезон только начался, а уже спустя всего как пару дней в лидерборде в разделе лучших рыболовов сервера можно увидеть просто невероятные показатели по количеству пойманной легендарной рыбы. Да если просто сложить суммарно общее количество выловленной рыбы, уже станет понятно, что игроки узнали что-то особенное. Поскольку просто физически невозможно было выловить столько легендарной рыбы с хотспотов, учитывая их количество и время респ. А секрет ведь на самом деле очень простой, и для него вам понадобится только удочка, даже безо всякой ножи. Просто приходите на дозвездочный хотспот, расположение которых можете подсмотреть в базе, или для удобства я оставлю вам ссылку под видео на гайд о рыбалке, и на этом однозвездочном споте ловите легендарную рыбу. Разработчики опять что-то намудрили, но шанс выловить легендарную рыбу именно с однозвездочного хотспота невероятно высок. Из 30 доступных для вылова рыб в среднем 10-15 штук будут легендарными, а за поимку легендарной рыбы дают наибольшее количество опыта для прокачки навыка. Так что если думали прокачать рыбалку, самое время. Сейчас вы, конечно, можете не заморачиваться, а просто пойти и купить у NPC своей фракции сундуки с опытом для нужного мастерства. И еще быстрее вкачать навык. Это опционально куда быстрее, но требует некоторых финансовых затрат. А мы бы хотели и навык подкачать, и денежек подзаработать. Теперь к заработку. Тут все просто. Самый ценный в рыболовстве ресурс – красная икра. Вы, конечно, можете попытаться добывать ее путем поимки осетров и веслоносов, но не всегда их разделка приносит вам желанную красную икру, а только с каким-то шансом. Поэтому вам нужно прийти в локацию Brimstone и наловить там максимальное возможное количество легендарной рыбы Анмисема, при разделке которой вы будете получать по 5 штучек легендарной наживки, гарантирующей вам поимку лосося. Расположение однозвездочных хотспотов Brimstone можно посмотреть на NVDB, базе данных о игре, или сейчас на экране. После того, как вы запаслись необходимым количеством легендарной наживки, просто идем в любое пригодное для рыбной ловли место и, используя наживку, начинаем ловить лосося в открытой воде. Нас интересуют только жирные лосось, которых довольно редко удается поймать. Игроки, знакомые с искусством рыболовства, могли подумать, а что если использовать данную наживку не в открытой воде, а, например, в тех же самых хотспотах, увеличивая тем самым вероятность поимки желаемого жирного лосося. Но, увы, специально для вас выложил отрывки ловли в 2- и 3- звездочных хотспотах с использованием легендарной наживки. Все впустую. Она работает исключительно в открытой воде, а значит, нам остается только надеяться на удачу. Хотя мы слегка и можем на нее повлиять. Во-первых, запаситесь трофеями рыболова для вашего дома. Их можно купить или скрафтить самому, благо ресурсы для крафта стоят копейки. Единственное но – это необходимость владения навыком фурнитур уровня 200 или выше. Дальше опционально можно сыграть мелодию на инструменте на 5% лака, поскольку рыбалка также относится к ремеслу сбора и на нее должен в теории действовать этот баф. Также закупиться или выбить самим сет рыболова. Остается лишь заиметь удилище с вероятностью поимки рыбы качеством лучше, что тоже можно сделать путем крафта или покупки, или пройдя сюжетную цепочку рыболова, где после достижения 100 уровня рыболовства вам в награду выдадут удочку легендарного качества. Все готово к заработку. Купляем наживку и вперед. В среднем каждый 10-15 лосось будет жирным, а с жирного лосося гарантированно падает от 4 до 6 единиц красной икры, применять которые можно по-разному. Можно просто продать, а можно использовать для изготовления аж часовой еды на 40 единиц статов. Выбор за вами. Удачи! А на этом все. Увидимся в следующем ролике. Бро, ты подписаться забыл?